Тем временем судно City of New York, 10 миль от порта Саутгемптон. Так, ребята, давайте. Стоп, машина. Готовимся к выгрузке пассажиров второго класса. Мы должны высадить пассажиров нормально. И встретить Титаник, как полагается. По морским законам, так сказать. Ладно. Готовимся к разгрузке. Надеюсь, все пройдет к нам. Былые годы, как это все звучит. Помню, как я каталась, как я плавала еще на Лузитании. Эх, былые годы. Так, ладно. Готовимся, ребята, готовимся. Не забываем, что у нас, между прочим, Титаник стартует прямо перед носом. Так что не забудьте сделать, не оплошаться и не сделать как обычно. Поняли? Вот и замечательно. Только попробуйте опять все запороть. Титаник тем временем. Так. Господа пассажиры третьего класса, не проходим, пока не проходим, нельзя пока проходить, нельзя. Сначала заходят пассажиры третьего класса, но заходят они только через 30 минут, так что пока не надо. Капитан стучится. Капитан, это вы? Да, сэр, заходите. Капитан! Да, сэр. Вы что-то хотели, сэр? Да, я хотел спросить вас. У нас нет угля, чтобы растопить Титаник 7 дней. А как это так у вас получилось? Слушай, это не мои проблемы. Я делаю только так, меня попросили. Я вообще только офицер первого. Ну так ты мой помощник. Слушай, Мэрдок, приведи-ка мне сюда Исмея. А то у меня к нему много вопросов. Есть ты там? Капитан, ищем еще пока не на корабле. Как так? Он может быть не на корабле. Ну вот так, сэр. Он просто не на корабле. Я его не нашел. Мне Лайтоллер сказал, что его не было пока. Займись этим вопросом. Хорошо. Найду Исмея в ближайшее время. Разрешите идти? Разрешаю. Есть?